Как вы думаете, во что можно превратить вот эти листочки, кору деревьев или перышко? Несколько месяцев назад мы с супругой изучили искусство гальванопластики. Абсолютно любой предмет, например, лист дерева, шишку, цветок, жука, стрекозу, ягоду можно покрыть слоем металла, например, медью. Вот эти изделия, настоящие листочки, цветы, кора деревьев, веточки, ракушки, перышки, все они покрыты слоем меди, обработаны патиной. Также есть элементы из кожи, драгоценные и полудрагоценные камни. Для того, чтобы научиться всему этому, мы потратили несколько месяцев в поиске информации в интернете. Потеряли на неудачных попытках несколько тысяч рублей. Увы, но нигде не могли найти понятный курс по гальванопластике и дизайну украшений. И нам пришлось этот курс сделать самим. Гальванопластика до безумия захватывает своей красотой. Все эти изделия – это настоящие листья, веточки, ракушки, кора деревьев, покрытые медью с добавлением драгоценных и полудрагоценных камней. Взгляните на эти вещицы. Правда завораживает? Одна только мысль, что в медном саркофаге находится настоящий лист или ракушка, будоражит воображение. Как же нас скучили все эти штампованные серьги и ожерелья из магазинов. Как же хочется блеснуть чем-то оригинальным, пахнущим весной или летом. Как же хочется научиться создавать все это самому по своему желанию. А научиться искусству гальванопластики может каждый. Для работы вам не потребуется делать больших вложений. Чтобы собрать установку, которая создает такие потрясающие вещи, нужно около 1000 рублей, а стоимость таких украшений от 1 до 5000 рублей. Поэтому ваши вложения окупятся после быстрой продажи уже первого изделия. Потому что такие украшения ни на что не похожи и пользуются особенной популярностью среди ценителей красоты. Вдохновившись широкими возможностями гальванопластики, мы не только смогли получить блестящий результат, научились создавать восхитительные украшения и аксессуары, но и потрудились над созданием великолепного курса, состоящего из трех частей. Первая часть – гальванопластика и ее основы. В этом разделе мы подробно рассказываем о том, как просто и без больших затрат научиться обеднять неметаллические и металлические предметы, где брать материал для обеднения, как изготовить гальваническую установку, подготовить материалы к дальнейшей обработке, как приготовить растворы для патинирования. Приведены все рецепты и выверены пропорции, полученные опытным путем. Вторая часть – дизайн. Здесь мы расскажем вам о том, как превратить медную вещицу в завершенный арт-объект, аксессуар или бижутерию. Четыре подробнейших мастер-класса научат вас грамотно сочетать металл с кожей, камнями, фурнитурой, дополнять интересными элементами полученные медные детали. Третья часть – монетизация. В части монетизация мы расскажем вам о способах реализации уже готовой продукции, поделимся своим опытом в этой области, расскажем, как это делаем мы. То есть вы можете запустить свое собственное дело. Себестоимость украшений низка, ведь это обычные листья и ракушки, а продавать вы их можете через сайт по цене от 1 до 5000 рублей. Курс включает в себя 5 часов ценнейшей концентрированной информации обо всех секретах и тонкостях процесса гальванопластики, 14 уроков, включающих все рецепты, проверенные нами, 4 подробнейших мастер-класса по сборке, комплектации и доведению медных предметов до роскошных украшений и аксессуаров. Кроме того, мы даем уроки, в которых обучаем тому, как запустить свое собственное дело, продавая через сайт ваше создание. А также мы предоставляем онлайн-поддержку на протяжении всего времени обучения, консультации, подсказки, доведение до результата. Все уроки и мастер-классы сделаны в доступном формате.
Материал преподнесен очень подробно и развернуто. Все рецепты приведены точно, учтены и раскрыты все особенности и подводные камни. Мы ничего не вырезали для полноты картины. Вся информация преподнесена четко, ясно, без лишней воды. Этот замечательный курс поможет сэкономить ваше время, нервы и деньги. Вы поймете, что с минимальными затратами можно получить замечательный результат. Не только порадовать себя, родных и близких оригинальнейшими подарками, но и поделиться своими достижениями со всеми желающими и реализовать свое творчество. Мы сами прошли через поиск информации, собирая его по крупицам на просторах интернета. И заявляем вам, что нигде, никогда ничего подобного еще не было. Используйте наш опыт, наши знания уже сейчас. Реализовывайте свой творческий потенциал. Изучайте себя и свои возможности. Желаем вам успехов и творческого роста!